Друзья, всех приветствую. Сегодня у нас очередной эфир, баттл двух подходов к анализу финансовых рынков. В студии Иван. Я, правда, еще не до конца знаком с тем, какой анализ Иван использует в своем трейдинге, технический либо фундаментальный. Мы сейчас об этом узнаем. Также хочется отметить, что батлы с партнерами, друзья, вам уже знакомы по тем эфирам, которые мы снимаем с Ковачем и Кухтой. Иван – это как бы первый представитель нашего дебютного направления батла с трейдерами. Иван, приветствую вас. Соответственно, пару еще дополнительных вводных. У нас будет две недели эфиров, то есть это фактически четыре эфира с сегодняшнего, в среду и пятницу. Будем давать рекомендации. Вы выбираете те активы, которые вам кажутся наиболее перспективными, рассказываете о том, что с ними может произойти в ближайшее время. Мы с вами фиксируем тейк-профит и стоп-лоссы. Соответственно, сделки будут учитываться в следующем эфире как закрытый либо по тейк-профиту, либо по стоп-лоссу. Ну, либо, если сделка не доберется до этих значений, будем фиксировать на момент прям следующего эфира. Через две недели подводим результаты. Если вы оказываетесь в большем выигрыше, чем я, то получаете $500 в управление в системе копи-трейдинга компании Amarkets RAM Service. Так, ну, наверное, с вводной достаточно. Я на этой ноте могу передать слово вам, Иван, и слушаем ваши рекомендации, внимательно следим. Всем здравствуйте. Я торгую, то есть по своей торговой системе, которую, так сказать, применяю на практике. Она достаточно проста, то есть это поиск точек входа по ложным пробоям и по основному тренду. То есть в данный момент я вижу основной тренд на дневном перевале, это доллар-иена, шортовый сценарий. И я, то есть, уже говорил, что ищу точки входа на, ну, на часовом таймфрейме, на меньшем таймфрейме для шорта. То есть вот сегодня буквально где-то даже в 12 по Москве были вот эти сигналы, я входил в сделку. Ну, то есть у меня вход, если по цифрам, то есть это... Ну, можно перейти к демонстрации экрана, и вы можете прямо показать. Да, демонстрация экрана, и там уже. То есть, вот. То есть вот у меня здесь вход был 104.84. Не успел поставить здесь, конечно, стоп, но сейчас поставлю его. И профит 104. То есть у меня идет... Возможная прибыль 84 пункта. Вот. Стоп. Ну, соответственно, прямо сейчас могу поставить его. Ну, то есть, вот с текущих уровней получается. Так, 105. Это я сейчас стоп выставляю. 105 примерно. Не примерно, а уж 35 примерно, 100. И профит у нас 104. То есть цель взять 84 пункта. Вот. В принципе, и все. В принципе, вот такой прогноз. У меня в основном это кросс-пары. Это я торгую, люблю фунт-иену, доллар-иену. То есть вот такие пары. То есть для меня ну, приемлемы, так сказать. В моей... Так, то есть работать будете с одной валютной парой доллар-иена? С двумя. Доллар-иена и фунт-иена, скорее всего. Так, а рекомендация по фунту-иене? Какая? По фунту-иене. Так, сейчас подгрузится маленько. Вы знаете, у меня сейчас только вот одна сделка по доллар-иене. Рекомендации там по фунт-иене у меня сейчас нет в данный момент. То есть одна вот сделка по доллару. Хорошо, ну тогда давайте ограничимся на этом дуэте активов доллар-иена. Тогда может одна пара, да, доллар-иен, да. Доллар-иен. Демонстрацию можете отключить, чтобы я уже перешел к демонстрации своих. Ага, да. Отлично. Так, что касается моей рекомендации, то сегодня мы поработаем с парой евро-доллар. Тоже здесь расчет довольно-таки
простой, чисто фундаментальный подход из-за того, что у нас идет серьезная тенденция. Ослабление курса американского доллара, все готовятся к новым мерам фискального стимулирования, ждут их, возможно, они придут уже в самое ближайшее время, в самые ближайшие часы, то есть тренд на ослабление доллара станет более выраженным. При давлении на американца, разумеется, спрос на евро будет только усиливаться. Сейчас мы видим выраженную, отчетливую динамику именно роста европейской валюты против доллара, в принципе, рост продолжается уже несколько дней подряд. Отбились мы от верхней границы восходящего тренда. Я допускаю, что в ближайшее время, самое ближайшее время, последует тест отметки 1.1820. И как раз этот уровень я рекомендую использовать через отложку. Buy limit, то есть 1.1820, стоп-лосс ставим на уровень 1.1750 и ждем последующего роста пары выше отметки 1.1950 с целью даже на уровне 1.20. Сегодня тогда, чтобы шансы были равными, я также ограничусь только одной торговой сделкой, то есть одним дуэтом финансовых активов. В следующий раз, я думаю, то, что можно будет разобрать большее количество инструментов, потому что не все работают только с рынком Форекс. Возможно, кому-то будет интересно посмотреть на индексы, либо нефть. Иван, вам большое спасибо за то, что откликнулись, за то, что стали первым участником нашего батла с трейдерами. Вам, конечно же, безусловно, желаю удачи. Следующий эфир у нас пройдет в пятницу. Ну и давайте следить за тем, как будут отрабатывать инвест-идеи. Спасибо вам. Хорошо, до скорых встреч. Спасибо. До свидания.